мама Чоли и три ее кавалера. Красавец Персей. Зимой был темный, сейчас уже стал более рыжий. Чип, как всегда, поближе к мосткам, чтоб угощение сразу к нему первому упало. А Кай стал таким более взрослым, более рассудительным. В сторонке лежит важно, с чувством собственного достоинства. Ну, а Персей, конечно, красавчик. В этом вольере травка не такая сочная, как в соседнем. Да, здесь больше они вытаптывают, там как-то больше по дорожке ходят, а эти ребята по всему вольеру. Этих точно Олег Алексеевич выпустит в саванну. Так что скоро ребята будут уже горцевать по просторам крымской саванны. Парке. Чип развыступался. Перекличку. И мама Чоли подключилась. В общем, только мама Чоли поддержала перекличку Чипа. Но им есть о чем поговорить. Да, да. И он в благодарность сразу пошел к ней. А остальные что-то обленились. Даже лень. Немножко. О, зевает. Действительно, какая ему перекличка. Два дружбана. Они тут все хорошо сдружились за зиму. О, Чип своей шикарной шевелюрой тряхнул и завалился. И мама Чоли прилегла. Один Кай невозмутимо как лежал, так и лежит.